Всех приветствую на моем канале. Что сегодня хочу сказать, такая тема о населении на планете. Вы, наверное, часто слышали о золотом миллиарде. Есть такие скрижали в Джорджии, как стоят, и на них есть надписи, что нас должно быть полмиллиарда. То есть там золотой миллиард, здесь полмиллиарда. Сейчас я сделаю, здесь ставочка будет про эти скрижали Джорджии. Вот так они выглядят, это бетонные конструкции с надписями, в штате Джорджия стоят. На русском языке есть. Пусть земное население никогда не превышает полмиллиарда, пребывая в постоянном равновесии с природой. Разумно регулируйте рождаемость, повышая цены жизненной подготовки и многообразие человечества. Есть и другие надписи, они тоже интересные, можете почитать, но они относятся не к рождаемости. И их еще оскверняют периодически. Так, ну вот эти текст зачитан, что там написано, и теперь мои мысли по этому поводу. Ну, мне тут в колхозе, наверное, проще думать такие мысли, потому что люди, живущие в городе, постоянно находятся в какой-то суматохе, надо бежать в магазин, зеленый свет, начинается сериал, звонят родственники. Ну, здесь тихо, спокойно, мысли посещают многие. И я что подумал? Ведь золотой этот миллиард – это вообще правильная позиция. Нам на планете не нужно перенаселение. Зачем нам высасывать из планеты все эти ресурсы? Смотрите, вот эти вот поля за мной засеяны там, они вот и передо мной здесь поля. Это для того, чтобы прокормить население на нашей планете. Ну и в нашей стране, и на нашей планете. А столько населения, собственно говоря, не надо. Мне высказывали такую мысль, что ты в золотой миллиард точно не попадешь. Уверяю вас, в него попадут все. Потому что речь идет не об уничтожении кого-то, а речь идет о контроле над рождаемостью. Думать о качестве человека, ценить человеческую жизнь, а не думать о количестве. Ведь раньше, вот здесь стоит у меня дом, да, здесь жило несколько детей в этом доме. Но я знаю только четверо, может там и больше было. Ну, раньше так делали для чего? Нужны рабочие руки для того, чтобы там помогать в будущем. Была большая смертность среди детей. И как совсем недавно, еще и до сих пор, там в африканских странах, еще в каких-то большая смертность. Из-за того, что большая смертность, собственно говоря, и рожают детей для того, чтобы остались выжившие. Тут, кстати, такую ссылочку на Билла Гейтса. Про него говорят, что он сторонник того, чтобы на планете было меньше людей, но он одновременно делает вакцины, и эти вакцины типа помогают людям, а на самом деле там чуть ли не убивать он придумал это вакцинирование. Но ведь связь прямая. Когда Билл Гейтс распространяет вакцины в странах Африки, там снижается смертность. То есть выживают все дети. И рожать про запас уже просто не надо. И рождаемость в всех странах, где прошло вакцинирование, это прошло, где все медицинские учреждения там появились, начали обслуживаться, благодаря ему в том числе, кстати. Все, там рождаемость снизилась, и в некоторых даже африканских странах она начинает снижаться к уровню европейского, американского. То есть, где идет обратное уменьшение. То есть процесс тут уже идет. Но это нормальный процесс, и я к тому, что многие не понимают вот как бы того, что это хороший процесс. Уменьшение населения, контроль над рождаемостью – это нормальная вообще, нормальная тема. Потому что важнее качество человеческой жизни. Когда у тебя один ребенок, ты в него вкладываешь все. Что у тебя есть, это смысл твоей жизни, то есть ты и все ты отдаешь именно ему, а не там, что получится, то получится, кто-нибудь да пробьется. Ну, то есть такое мнение ранее бытовало. И даже посмотрите, кому нужно это количество населения? Каким-то государственным деятелям, которые там
повысим рождаемость, демографическая проблема. Да что за чушь, кому нужна эта вообще рождаемость? Ну вот на войну, наверное, отправлять людей, да, там погибло там какое-то количество, бабы еще нарожают. Но когда у тебя один ребенок, ты уже, когда ты жизнь посвятил, собственно, этому одному ребенку, все свои там будущие надежды ты вложил в него, вряд ли ты его просто так отправишь на войну и иди погибай. Да, уже совсем другое будет отношение. Вот, поэтому, собственно, меня тут такая мысль посетила, и я думаю, что золотой миллиард это не какой-то там для кого-то, кого-то убивать будут. Это мы с вами. И мы с вами должны сделать этот золотой миллиард. То есть один ребенок в семье, и через несколько поколений население становится все меньше, меньше и меньше. А много его не надо. Это как раньше была эта помощь, да, там помогать, кто тебе подаст там стакан воды там. А сейчас что? Пахать же не надо. Эти поля никто не пашет вообще. Буквально какое-то количество там 0,5% населения обрабатывает все эти поля. Техника сегодня решает все. И даже там помочь картошку, что ли, с магазина принести. Так сейчас эти Яндекс.Коробочки эти ездят, возят из магазина. В общем, мысль такая меня посетила, что золотой миллиард это хорошо. А лучше даже 0,5 миллиарда, как написано на скрижалях Джорджии. Ну, в общем, на этом все. До следующих встреч.